культурного фестиваля Ленинградской области «Россия созвучие культур». Сергей Евгеньевич Нарышкин. Полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Павловна Совершаева. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Председатель законодательного собрания Ленинградской области Сергей Михайлович Бебенин. Республика Карелия! Ура! Участников из Ненецкого автономного округа. Ура! Петербурга. Ура! Петербург – это город великих подвигов. Петербург – это хранитель великих...
Ломоносовского района, который расположен на западе Ленинградской области. Крепость Каборье, памятник
рай, где друзья помогут. Вместе с тобой сумеем к счастью найти дорогу. Стихи и песни дарим тебе, Россия! Живут на ней народы, на века крепка их дружба, в ней народов сила. А за Байкалом чуть слышен нежный Муренкура звук, и балалайка бойко заиграла. И в этой музыке народов и семей сплелись культуры воедино. Одна страна, мы лишь тогда сильней, пока народы наши неделимы. Пока народы наши неделимы. Аплодисменты, друзья! 141 национальность проживает в Ленинградской области. И сегодня на этнокультурный фестиваль приехали представители лучших творческих, народных коллективов, мастера, ремесленники, выразители национальных культур и традиций. Мы приветствуем Архангельскую, Вологодскую, Новгородскую, Калининградскую, Мурманскую и Псковскую области. И только нарастают овации, встречаем аплодисментами Республики Карелии и Коми, Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург. Мы приветствуем более 30 национально-культурных объединений Ленинградской области, которые приехали поддержать наш фестиваль. Третий этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия. Созвучие культур» и гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» открывают свои двери. Thank you.
и более 140 национальностей, представляющих нашу мощь и единство. Великие задачи перед нашим поколением – мир во всем мире, развитие страны, развитие человека. И мы с гордостью смотрим вперед. И мы проживем жизнь так, чтобы наши предки гордились нашими делами, а будущие поколения ставили нас в пример. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Добрый день, дорогие кинтэсепцы и гости города. Добрый день, дорогие мои земляки ленинградцы. Я с большим удовольствием приветствую всех вас на этом замечательном фестивале с красноречивым названием «Россия. Созвучие культур». Сегодня здесь, под ленинградским небом, в гостеприимном Кингисеппе, собрались представители самых разных национальностей и культур из всех регионов Северо-Западной России. Только одно перечисление их говорит о том, что наша страна особая и даже уникальная. Россия на протяжении веков объединяет более 200 народов и народностей, объединяет на ценностях равенства, уважения друг друга, на поддержке всех национальных языков, культур и традиций. И, конечно, во все века сила России в единении перед лицом бед и угроз. И мне вспоминаются хрестоматийные слова из замечательного советского кинофильма «Александр Невский». «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». И очень полезно было бы, чтобы эти слова восприняли, до конца поняли и выучили многие политики целой группы западных стран. Дорогие друзья, сегодня, я уверен, мы вновь и вновь убедимся в том, насколько богата наша земля талантами, людьми самых разных профессий и увлечений. Я считаю, что такие фестивали, как вот наш сегодняшний, помогают понять и увидеть в малом великое, помогают по-новому посмотреть на себя, на своих родных, близких, понять, насколько дорог нам мир, в котором мы живем. Я желаю всем хорошего настроения и самых ярких впечатлений. Огромное спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая Любовь Павловна, дорогие друзья. Третий фестиваль, который мы проводим на нашей земле Ленинградской, уже становится традиционным. Он уже не просто фестиваль народов Ленинградской области, а, как уже сказали, у нас 141 национальность проживает на Ленинградской земле. Сегодня этот фестиваль становится межрегиональным фестивалем северо-западным, и я искренне благодарю все области, республики Северо-Запада, кто приехал к нам в гости в Ленинградскую область, и кто вложил труд для того, чтобы этот фестиваль состоялся. Я также хотел бы сказать, что мы уже думаем о четвертом фестивале, даже хочу сказать, город, где он будет проходить, это город Сосновый Бор, чтобы они уже готовились к фестивалю. Хочу пожелать фестивалю успехов, чтобы фестиваль состоялся. И, как говорится, мы сильны дружбой. За дружбу! Огромное спасибо. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Павловна Совершаева. Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня особенно приятно приветствовать гостей и участников этнокультурного фестиваля. И огромные слова благодарности главам республик, губернаторам, что они откликнулись на наше предложение и ваши делегации на этом фестивале. Фестиваль стал еще ярче, еще краше и еще мощнее.
Конечно же, столь важное событие в жизни округа не мог обойти своим вниманием и полномочный представитель президента Николай Николаевич Цуканов, который в адрес всех гостей и участников направил приветствие, и я с удовольствием вам его оглашу. Дорогие друзья, сегодняшний этнокультурный фестиваль «Россия. Созвучие культур» представляет сокровищницу культурно-исторического наследия, в которую внесли свой вклад коренные народы северо-запада России, представители самых различных этнических общностей, живущие сегодня на нашей общей земле. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа усилиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, деятелей культуры и науки, народных мастеров и умельцев бережно хранятся лучшие образцы национальных культур. Проводятся разнообразные народные праздники, фестивали народных промыслов и ремесел, фольклора, исторические реконструкции. В целом сохранение и развитие культурных традиций всех народов, живущих в регионе, стали важной частью общей работы, направленной на укрепление межнационального мира. Хотел поблагодарить бы всех, кто сегодня собрался здесь, и в первую очередь, конечно, наших соседей, представителей регионов Северо-Запада. Благодаря вам наш праздник, наш фестиваль становится праздником всего Северо-Запада. Хочу поблагодарить наши районы, потому что благодаря вам у нас на территории продолжают сохраняться лучшие традиции и обычаи всех, кто у нас проживает. С праздником всех! Добра, счастья, мира! Большое спасибо за... Светлана Константиновна Смирнова. Дорогие друзья, от имени Совета Ассамблеи Народов России я приветствую вас всех, всех участников фестиваля и поздравляю с праздником, праздником дружбы и мира. А что может быть прекраснее этих слов? Дружба, мир и любовь. Очень важно для каждого из нас знать свой родной язык, сохранять свою культуру, традиции, обычаи. Но не менее важно знать культуру, традиции, обычаи других народов, с которыми мы живем вместе. Давайте жить, дружить, радовать друг друга, дарить друг другу улыбки и радость. Да здравствует дружба народов, единство России! Ура! Ура! Засияет над волховом радуга и лучами небесной красы озарит купола Старой Ладоги нашей древней столицы Руси. А вокруг от Онеги до Балтики партизанские, когда шел над Невой страшный бой, беззаветные судьбы солдатские заслоняли отчизну собой. И от первой стране и до станции, до идущих к нам в порты судов, все как прежде трудом заминает. Людям выпала доля тревожная, но могуча таланта прида. Славься край музыкантов, художников, нам себя воспевать на века. Хлебосольная красотой новых дел молода, для меня и на свете. Thank you.
Да здравствует Ленинградская область! Ура! Черная редька, черная редька, черная редька, на гармошке играет Федька, играет Федька, играет Федька. Ой, мам, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет, ой-ой-ой, ой, мам, ой-ой-ой, ой, мам, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет, ой-ой. Горячие мужчины из Республики Дагестан. На сцену поднимаются Шахин Гейдар Оглы Меликов и Елена. В национальном костюме давайте поаплодируем прекрасно. Как... Приглашаем на сцену. Семья Оганесян, Николай Владимирович и Галина Николаевна вместе более 40 лет. Посмотрите, какая улыбка на лице. Посмотрите, сколько радости. Какая честь оказана нам сегодня чествовать вас на этой сцене. Поднимайтесь к нам. И здорово, что вы ходите сюда семьями. Семья Мерзагуловых, овации. Я так понимаю, что есть и болельщики здесь, и кто вас поддерживает особенным образом. Поднимайтесь к нам, прошу, пожалуйста. Семьи, настоящие большие, дружные семьи. Молодым людям, которые сегодня присутствуют, которые приехали из разных регионов. Чего, может быть, хочется пожелать или, может быть, сказать какой-то маленький секрет, чтобы равнялись на вас? Конечно, конечно. Надо очень любить свою жену. Всегда. В любом возрасте. Даже когда будет 100 лет. Все равно ее любить и догонять. Давайте поаплодируем. Вот это, я понимаю, мужское признание сегодня, дорогие друзья. Надо... Здесь в чем секрет семейного счастья? Дорогие друзья, самое главное – это дружба народа и любовь. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Огромное вам спасибо за ваше присутствие, поздравляю вас. А может быть, есть какое-то пожелание молодежи, которое, может быть, только собирается, глядя на вас, тоже заключить семейный союз? Любить беззаветно любимую и нашу Россию. Давайте поддержим. Вы знаете, когда я увидел вас, поднимающиеся на эту сцену, я себе представил ту самую свадьбу, которая вас когда-то объединила. Скажите, а тогда вот вы были в национальном костюме? Нет. Тогда у нас была просто комсомольская свадьба. Комсомольская свадьба, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Самые крепкие союзы, мне кажется, заключаются именно в эти времена. А скажите, пожалуйста, вот глядя на вашу красавицу-невесту, вот посмотрите ей в глаза, посмотрите, загляните. Вот прямо сегодня вы бы сделали еще раз предложение, чтобы вновь объединить вашу семью? Каждый день делаю. Привет.
Настроение, я чувствую, что оно великолепно. Вот что чувствует губернатор, когда видит вот все это? Во-первых, я очень рад, что третий фестиваль состоялся. Мы к нему серьезно готовились, потому что впервые на этом фестивале у нас представлены не только Ленинградская область, не только Санкт-Петербург, но еще и все регионы Северо-Запада. Это наши области, наши республики. И очень здорово, что все прислали свои делегации. Более того, я сейчас разговаривал с несколькими делегациями, которые представлены в малом составе, небольшим составом. И они очень хотят, чтобы уже в следующем году, а мы их пригласили, они готовы более развернуто представить свою республику или свою область. Мы уже точно решили, что четвертый фестиваль будет в Сосновом Бору, и Сосновый Бор уже сейчас начинает готовиться к фестивалю. Ну и, конечно, сегодня еще есть одна новость для нашего фестиваля, это то, что одновременно с фестивалем народности, национальности, фестивалем ремесел мы еще проводим и гастрофестиваль. То есть каждая национальность, кто изъявил желание, представит и свою национальную кухню. И будет конкурс поваров, и будет конкурс кухонь, и мы видим, что это всем нравится. Вообще я хочу сказать, что 141 национальность живет в Ленинградской области, но мы живем в одной дружной семье. И сегодня там мое лишнее подтверждение. С праздником! Очень хорошие сделаны площадки. Вот. А для нас очень важно то, что впервые в Кингисеппе выступает наш новый танцевальный коллектив нашей общины Щелкова. Вот у нас 12 человек, мы сегодня уже один раз выступали, сегодня опять, и сейчас опять будем выступать. Так что вот у нас со 2 мая создан новый коллектив, так что
Он, это Боди, может быть, Ижорский. Ижорский. Да, это коллектив «Ижорская община». Мы уже выступили в Эстонии, уже выступили в Петербурге на Всероссийском фестивале. Мы сегодня на родной земле выступаем. Спасибо.
проводится реконструкция керамики Ямбурского уезда именно из деревни Стремление. И по фрагментам, найденным там на раскопках, он воссоздает ижурскую керамику. В деревне Стремление было порядка 100 семейных артелей. Мелится голубка, поедет на горкупчика, мальчика-голубчика. Пусть они торгуются, 10 раз целуются. Раз! Голубчик, хорошенький голубчик, ему надо куртку, девицу голубку. Пусть они торгуются, 10 раз целуются. Традиции же, надо накормить вас, да, чем только вас... Ворожок. Чем говорит, только... Это сих пор, говорит, только не кормили вас. О чем поется в этой красивой песне? Эжалата, эсья, сэчэс, мэдла. Это черемуха. Она ученая, это грудь с картошкой. Запах. Вы чувствуете запах еды? Да. Есть, да? А сейчас мы начнем его усилить. Так, мы туда добавили замечательные травки. Мне такое кажется, что кусок сочного розмарина кушает. Вот такой сладенький.